огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Наташа. И в этом видео я хочу вам рассказать о моих покупках из каталога фирмы Тиандэ. В этом видео я вам не буду рассказывать о ценах или сколько это стоит. Под видео в инфобоксике вы увидите ссылочку, по которой вы можете пройти и ознакомиться с каталогом и ценами на эту продукцию. Ну и первое, что я вам расскажу. Купила я для себя вот такой вот продукт. Это у нас питательная сыворотка для роста ресниц. Упаковка металлическая. В принципе, очень симпатичная, красивая для укрепления ресниц. Я ей уже пользуюсь. Смотрите, здесь какая вот прям такая тоненькая-тоненькая кисточка. Я давно искала такой продукт, который бы мне укреплял ресницы. По нему очень много хороших отзывов. Моя родственница вообще ресницы восстанавливала после наращивания именно этим продуктом. Меня заинтересовало, думаю, почему бы не купить, почему бы те ресницы, которые у меня есть, их не укреплять. Нужно прям взять и вот так вот об краешек это все обтереть и нанести по росту ресничек очень-очень аккуратненько, не макая несколько раз, еще здесь и по низу можно. Если же этот продукт попадает в глаза, он реально очень щипит. Поэтому расход здесь просто минимальный, просто вообще минимальный. Укрепляет ресницы, я даже уже заметила, что я им попользовалась, свой заказ я сделала уже давно, просто не было времени как-то снять именно видео на эту тему, и я уже его протестировала, наверное, недельку этот продукт, наносила его на ночь, ложилась спать, и ничего такого, вот первый раз я нанесла его много, я когда закрыла глаза, уже засыпала, куда-то это затекло, и это реально жжет, сон пропал молниеносно, поэтому очень нужно экономичное, прямо его наносить. В общем, прям, можно сказать, нужно пожадничать, чтобы его нанести. Обтираем очень хорошо и аккуратненько наносим. Понравился мне продукт. Следующее, что я вам хочу вам показать, это пилинг для лица на основе плаценты. Плацентарная серия, и вот из нее вот этот пилинг 80 грамм. Знаете, такой интересный продукт, вот именно такими пилингами я никогда не пользовалась. Он наносится на сухую кожу, такими движениями, он прозрачный, такой консистенции гелеобразный, и просто вот просто гель. В нем никаких нет ни частичек, ничего, ни скрабинок абсолютно у этого пилинга. И, в общем-то, здесь эффект пилинг как бы как скатка. Вы наносите вот такими вот движениями по лицу, бережно, аккуратно вот так вот распределяете, и он начинает скатывать омертвевшую кожу, и просто вот это вот сыпется. Это просто сыпется с лица. Вообще, очень... Ну, как бы я получила очень удивление. У меня вот сейчас вот почему-то есть, ну, как бы на лице склонность такая к куперозу, и вот пилингов в этой компании есть разные. Я вот сейчас купила именно вот такой самый-самый-самый бережный, который прям самый так аккуратно, чтобы в них не было каких-то там кислот там или еще чего-то, чтобы очень аккуратно он отшелушивал. Пилинги есть и для рук, и для всего. На руках, если попробовать вообще... В общем, это одни эмоции, это надо вот реально попробовать, чтобы понять, о чем я вообще говорю. Ну, это классно, вообще классный продукт, мне понравился. Следующий продукт – это крем для рук со змеем-мамушем. Здесь змеиный жир содержится. Настолько питательный, увлажняющий, вот именно даже не увлажняющий, а именно питательный крем для рук. Он вот такой белый. Консистенции, аромат прям вообще классный у всей этой серии. О, вообще, он настолько, видите, как он сразу, никакой белесости, ничего нету, и он очень такой аромат приятный, очень хорошо увлажняет кожу. Мне этот крем понравился. Я очень много как бы посмотрела информации, посмотрела в интернете, почитала отзывы всего-всего, и поэтому выбираю уже для себя продукты не такие, которые я просто там увидела в каталоге, там, и вот они меня заинтересовали, а уже действительно, почитав отзывы и из всего того, что есть в каталоге, покупаю, вот, ну, наверное, самое-самое лучшее, поэтому крем реально клевый. Следующее, о чем хочу вам рассказать,
Также про два продукта именно из серии со змеей мамуши. Это у нас шампунь с антистатическим эффектом для сохранения прически. И вот такая вот маска для волос, укрепляющая маска для волос 500 грамм. Это вообще, это продукты, вы знаете, от которых такой обалденный результат на волосах. Волосы прям блестят. А, такие какие-то они живые, какие-то увлажненные, что ли, ну не знаю, ну не пересушенные, потому что у меня волосы-то окрашенные, и поэтому всегда нужно волосы как-то восстанавливать и питать. Но шампунь мне понравился, тоже уже потестировала, все, о чем вот до этого я вам говорю, я уже потестировала и мне понравился. И аромат очень держится на волосах, я даже не ожидала вообще-то этого. Маска. Маска для волос. Во-первых, большая очень банка, 500 мл. Все здесь было запаковано, видите, я уже открывала, она такой белой консистенции. Аромат вообще обалденный. Мне кажется, больше аромат идет именно от маски. Не так, как от шампуня именно, а аромат от маски. Потому что я вот этот шампунь пробовала с другой маской. Ну, там не маска, а бальзам тоже от Тианде, который я до этого покупала. Тоже оставлю ссылочку в инфобоксе про те покупки из того видео. Здесь вообще такая вот густая, прям реально густая консистенция вот этой вот маски. Там был бальзам тоже большого объема, а здесь маска. Вообще просто, просто супер. Сделала я еще вот такую вот покупку. Купила пасту. Здесь 60 грамм. Она у меня еще запечатана. Я ее не пробовала. Это у нас отбеливающая зубная паста. По ней тоже очень много хороших отзывов. Здесь профессиональная написана формула отбеливания зубов. Очень много отзывов хороших. Убирает и зубной камень. Этой зубной пастой не нужно пользоваться каждый день. А там, то есть она как для профилактики. Там, ну, не более там, 2-3 раз в неделю. В зависимости от того, какие у вас зубы и какая у вас эмаль. Если у вас тонкая такая эмаль, как бы, да, то пореже пользоваться. Но, то есть это будет хорошее очищение, отбеливание. И попробовать все-таки убрать. Она не будет не только налеты отбеливать зубы, но еще и бороться с зубным камнем. Следующие продукты, которые я купила для здоровья. Первый раз купила вот такой вот комплекс. Это комплекс с виноградной косточкой. Здесь 30 таблеток. Рекомендуется в качестве источника, в общем-то, укрепления сосудов. Здесь все написано, как употреблять, сколько таблеток, сколько раз в день, все это написано. Давайте я вам покажу, как это все выглядит. Ну, выглядит это как медицинские аптечные таблетки, вот три такие пластинки. Здесь есть инструкция по этому комплексу виноградных косточек. Что хочу сказать. Я ее купила для борьбы и укрепления стенок, для борьбы с куперозом, вот именно для этого. И в этом моем заказике два вот таких вот чая. Чаи я уже пробовала этой фирмы, покупала женский чай, очень им довольна, очень мне понравилось, я еще делала от него действительно результаты. И в этот раз это чаи из программы очищения организма. Так, не падать, это у нас... Алтайские травы, тибетский звой, фиточай и очищающий с девисилом. То есть тибетский сбор и очищающий с девисилом. Здесь еще не хватает еще одного чая, который надо докупить для того, чтобы они в комплексе пьются 15 дней, для того, чтобы очищать организм от токсинов, шлаков и всего-всего такого. Ну, в общем-то, вот это вот весь мой такой вот небольшой заказ, но с очень такими продуманными, выбранными продуктами, которые, я так скажем, реально очень хотела купить, попробовать и поделиться с вами именно о своем заказе, о своей покупке. В общем-то, если вас заинтересовала эта продукция, как я вам уже и сказала ранее, в инфобоксе вы найдете ссылочку, по которой вы сможете посмотреть и каталог, посмотреть, в общем-то, все об этой продукции, пройдите по ней, и вы получите полную информацию. Если же вы хотите приобретать эту продукцию дешевле со скидкой, вы тоже по этой ссылке можете пройти, и там же найдете форму для регистрации, для того, чтобы приобретать намного дешевле продукцию.
Но если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, пишите их под этим видео. Я вам с удовольствием на них отвечу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас обнимаю, очень крепко целую. И всем вам пока-пока.